Каждый ребенок уникальный, и каждый ребенок хочет ощутить ситуацию успеха, быть успешным. В детском саду номер 20 сказка городского округа города Бор Нижегородской области, в котором я работаю учителем-логопедом, мы постарались создать условия для развития и творчества наших воспитанников. Дети занимаются в детской научно-исследовательской лаборатории. Лаборатория – это детская территория, где созданы специальные условия для всестороннего развития дошкольников с помощью STEM и STEAM-технологий. Использование этих технологий возможно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. С каждым годом увеличивается количество детей с речевыми нарушениями, поэтому необходимо искать инструменты, которые бы стали эффективным дополнением к традиционным методикам логопедической работы. Один из блоков STEM и STEAM-технологий – мультипликация. Мультипликация очень интересна детям и взрослым. Она помогает доступно рассказать об абстрактных понятиях, мотивирует к творчеству. В нашем детском саду функционирует кружок «Мульт-карусель». Занятия в мультстудии помогают в освоении детьми информационно-коммуникативных, цифровых, медийных технологий, помогают развитию дошкольников способность к речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности. Умение группировать предметы, умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни, свободное владение родным языком, умение создать новые образы, фантазировать, используя аналогии и синтез. Здесь происходит организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества. Конечно, работа над мультфильмом с дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи отличается от работы с нормотипичными детьми. Подготовка к съемке занимает больше времени. Ведется большая предварительная словарная работа. Вместе с детьми подробно обговаривается сценарий мультфильма, составляется план-схема, обсуждаются характеры героев будущего мультфильма. Движение персонажей ребята показывают пантомимикой. Ребята под руководством воспитателей лепят, рисуют персонажи будущего мультфильма. Благодаря простоте компьютерной программы и ширмы мультстудии «Я творю мир» дети самостоятельно могут снимать кадры мультфильма. Это способствует развитию внимания, формированию умений планировать свою деятельность и добиваться запланированного результата. Озвучивание персонажей служит дополнительным стимулом к автоматизации поставленных звуков. В своей работе с детьми с речевыми нарушениями мы используем метод проектной деятельности. Участниками проекта являются дети, педагоги и родители. Формы и средства реализации проекта также разнообразны. Итогом некоторых проектов стали анимационные фильмы. Так, реализуя проект «Наш город Бор», мы с ребятами сняли мультфильм «Берегиня», который занял первое место в фестивале авторской детской мультипликации «Я творю мир» 2020 в номинации «Мой дом». В этом году в группу пришли новые дети, и, конечно же, обсуждалась тема детских взаимоотношений, дружбы. Ребятам очень понравилась сказка о ежике Вите Ольги Хухлаевой. По этой сказке был снят мультфильм «Сказка о дружбе». Ребята очень старались выразить в речи и движениях кукол характер героев. Этот мультфильм стал победителем второго муниципального фестиваля детского анимационного творчества «Волшебный мир мультипликации» в номинации «Чудо-пластилин» 2020 год. Работа над проектом «Дикие животные нашей страны» натолкнула на создание мультфильма «Сказка быль. Волшебный сон про Байкал». Ребят взволновали проблемы Байкала, сохранение природы, уникального озера. Этот мультфильм занял в 2021 году первое место во Всероссийском фестивале детской анимации, организованном Университетом детства «Байкальские истории» в номинации «Комбинированный мультфильм». По традиции, в канун празднования Великой Победы ребята рассказывают друг другу о героях своих семей.
В этом году итогом детско-родительского проекта «Герои нашей семьи», посвященного празднику, стал мультфильм «Маленькие истории о больших героях». В мультфильме ребята рассказывают о своих прадедах, которые защищали родину. Этот мультфильм тронул сердца ребят и родителей. Готовятся материалы для новой серии этого анимационного фильма. Фильм стал призером муниципального фестиваля семейной анимации «Герои моей семьи». Для профилактики дислексии и дисграфии в процессе работы над образом буквы детям понравились стихи о буквах. И нам пришла идея снять по этим стихам мультфильмы. Мультфильмы короткие, меньше минуты, и могут быть использованы на занятиях по обучению грамоте для формирования образа буквы и создания мотивации. Оттого она кругла. Оттого она кругла. Покатиться бы могла. Как вас зовут? Иван Гущин. Замечательно. Я слышала, что вы ходите в кружок мультстудии. Это верно? Да. А что это за кружок? Чем вы там занимаетесь? Снимаем мультфильмы. А какие мультфильмы вы сняли, ребята? Про животных, про насекомых, про птичек и про птичек. Скажите, пожалуйста, а как снимать мультик? Сложно? Нет, а что нужно, чтобы мультик получился? Камера, компьютер, нужно студия. Ребята, а интересно ли заниматься в кружке мультстудии? Да. Да. А почему вам интересно? Ну, потому что там мультфильмы разные снимают, а мы любим мультфильмы. Просто класс! Таким образом, работа над мультфильмом помогает решать целый комплекс коррекционных задач. Я считаю, что учитель-логопед не только должен совершенствовать речь, помогать избавиться от ошибок письма и чтения, но и обязан способствовать тому, чтобы ребенок обрел веру в себя, в собственные силы, овладел жизненными компетенциями, стремился к овладению новыми знаниями и умениями.